Просто приходите общаться. В этом вся суть бати. Я никогда раньше не делал видео для поминок и никогда не видел, как они вообще должны выглядеть. У нас в семье похороны – дело крайне редкое. Родители же оба из детского дома, прямых родственников нет. В ночь перед похоронами я сел делать видео. Морально было тяжело, столько архивных записей было поднято. Когда он был еще здоров, как бык, ел все, что хотел, бегал и прыгал, несмотря на вес в 100 кило. Смотришь и не верится, что рак может так быстро иссушить человека. Но хоть рак и иссушил тело отца, его разум, его чувство юмора и его сила оставалась с ним до последнего дня, сила-то она не в мясе совсем. Даже когда я смотрел на него в день смерти, перед тем, как он ушел, я видел в нем самого сильного человека на земле, этот отпечаток силы с его лица было невозможно снять. Я постарался передать суть, каким был отец, постарался не делать видео слишком печальным, потому что отец был всегда веселым, у него слишком запоминающаяся улыбка. А если и расстраивался, то не более 15 секунд. 15 секунд было достаточно всегда, чтобы понять, что не так все плохо. Ему действительно были не важны лайки или дизлайки, он начал о них думать лишь когда узнал, что это влияет на алгоритмы Ютуба. Он просто хотел общаться с людьми, и чем разнообразнее общение, тем веселее было ему. С этого и начал, когда давным-давно зарегистрировался в Перископе. Монолог про благие дела решил вставить в один блок. До того, как он начал помогать, он помогал инвалидам, животным в приютах. У него действительно была тяга к созиданию, и я только после его смерти понял, почему это качество у него на столь серьезном уровне. Об этом расскажу в следующем посте, это отдельная и интересная тема. Не забывайте также то, что он был хулиганом и любил шутить. Такие моменты в видео тоже есть. Посты, посвященные отцу, в которых есть какая-то его мудрость, память или просто что-то веселое, я буду помечать тегом «память». Грусть пускай будет светлой и пусть будет понимание того, что хорошо, что был, а не жаль, что не стало. Мы все рано или поздно будем там, тут ничего не попишешь. Думайте о близких сейчас так, чтобы потом грустно не было. Дети, почаще звоните родителям и говорите, что любите их. Родители, не обижайтесь на детей. После вашего ухода ваши обиды падут сильным грузом на них на всю жизнь. Наверное, ни одна трансляция столько не делает для того, чтобы вам было весело, ребятки. Ни одна трансляция в Перископе столько не делает, чтобы вам было интересно. Да. И на Ютубе тоже. Поэтому, ребятки, подписываемся, ставим лайки, ставим дизлайки. Да вообще-то мне наплевать. Просто приходите, да, и просто пообщаемся. Если ты созидаешь и делаешь добро людям, то ты сам по себе становишься храмом, потому что люди, прикасаясь к тебе, к твоим делам ратным, становятся добрее, лучше и жизнь делают
вокруг себя прекрасней. Вот и вся суть, ребятки. Вот и вся суть. Вы не прикроетесь ничем, если ваши поступки вас характеризуют как ничем. Да, понимаете, в чем дело? Поэтому, ребят, живите просто честно. Живите открыто, живите честно, живите, будьте настоящими. Вот и вся суть, ребят. Роберт, привет! На яхте увозим его в Турцию. Что делать? Звони в полицию, Роберт. Насенков по парку гуляет. Чего? Насенков по парку так же гулял. Горжусь вами всеми. Люблю вас от сердца к сердцу, ребята. И пока жив, сделаю все, чтобы эта победа была как можно быстрее. От сердца к сердцу, мои хорошие. Быть добром.